Здравствуйте, меня зовут Петрис Полина, мне 19 лет. Сейчас я учусь на втором курсе в Тверском государственном университете на специальности «Таможенное дело». Мои увлечения – это спорт и танцы, и также я работаю моделью в агентстве New Fashion Look. Я мечтаю стать успешной моделью, работать за границей, свободно говорить на иностранном языке и также попробовать себя в роли актрисы. Я пришла на конкурс красоты «Мисс Тверь», чтобы побороть свои страхи, получить положительные эмоции и приобрести новый опыт.